игра очень понравилась. И я получал с первой до 90-й удовольствие, потому что они играли, ребята, правильно, много комбинировали, хорошие были, много комбинаций, хорошее состояние. Я думаю, наших болельщиков мы сегодня поздравили хорошей игрой. Локомотив был очень хорош сегодня. Она есть, эта пауза, ты же никуда от нее не денешься. Хорошо то, что в сборные наши игроки поехали с хорошим настроением, это определенный стимул. Но с другой стороны, пауза, может быть, подлечим Лысову, может, подлечим за этот период Фарфана. Время пройдет, и оно играет нам на руку по Ари и по Черлуке. Поэтому, с одной стороны, не хотелось бы, потому что игра идет, хорошее настроение и так далее. Ну, а с другой стороны, время пришло сделать паузу. А Локомотив и в старые добрые времена, он иной раз чемпиона не выигрывал, потому что тогда Спартак был силен. Но чемпионом Москвы был много раз, как я помню. А Фарфан получил повреждение в том матче, икроножной мышцы. И ему нужен в сборную. Сегодня он играть бы не мог. Ему нужно в сборную показаться врачам. Но если там такие кудесники, врачи, если они его с Аргентины поставят на ноги, то это какое-то чудо. Чудо может быть. Ему, я понимаю, хочется сыграть такие два матча, Аргентина и Колумбия. Ему хочется со своей сборной приехать на чемпионат мира сюда, к нам в Россию. Но я пошел навстречу, его отпустил. Игнатьев, он в перерыве просил уже, вернее, нас предупредил, что у него паховые мышцы, или это, наверное, неправильно будет сказано, болезненные ощущения. Да, болезненные ощущения в области паха были. Но мы просили его еще столько, сколько он сможет, чтобы он поиграл. Вот поэтому, а на этой позиции Борис, вот вышел Борис. Фернандеш, он играет уже давно хорошо. И он один из лидеров наш. Но это решение... Он еще вернется. Не мое. Да, пожалуйста. Я бы взял бы. Болельщикам «Динамо» терпения надо. «Динамо» много хороших игр провело. Провело прекрасный матч с «Зенитом», ничего. Они прекрасный матч провели со «Спартаком», прекрасный матч с «ЦСКА». Очень хорошо они играли в «Туле». Но бывает такая ситуация, что какой-то... неудачные моменты, и очков не хватает, обстоятельства определенные. Не только на футбольном поле есть, играют роль, но и вне футбольного поля есть нюансы, которые на результат влияют. Видимо, что-то не сложилось в данной ситуации у «Динамо». И «Динамо» сегодня, оно не на своем месте находится, это однозначно.